Вот смотрите, как замаскировали. Совершенно современное здание выглядит с этой стороны. То есть даже никогда не догадаешься. Пока не подойдешь и не посмотришь туда, там окна. Большие окна. Это, в общем-то, продолжение вон того здания. Сейчас я его сниму. Вот там в отражении виден я стою. И дверцы. Очень крутые дверцы, мне нравятся. Просто потрясающие. Сдается мне, что здесь было либо окно когда-то, либо одна огромная просто дверь, которую замуровали. Там слева еще одна. Как-то они не подходят друг к другу. Так, снова я в доме. Что тут интересного там? У Александра смотрел только в плюсы, ему показывали. Какой там собор, не помню. Вернее, церковь или что там было. В двери солнце входит и в другие выходит. Вот это южная сторона. Если здесь в определенный день, в 20-х числах июня, стоять на восходе солнца, то я думаю, это солнце будет весь этот собор прошивать, все вот эти окна насквозь. Вот так вот все это будет выглядеть оттуда сюда. И то же самое примерно будет на закате. С закатом тут немножко сложнее, тут постройки ближе, деревья вон даже в окно видно. А вот с южной стороны как раз площадь, если здесь утром рано находиться, то это можно все увидеть. Но, к сожалению, кто меня сюда утром пустит, будем, конечно, спрашивать, а вдруг когда-нибудь что-нибудь и получится. Как говорится, попытка не пытка. Ну и пойду вот те окна с южной стороны. Так, там восток был, я говорил, юг. Восток, запад, справа, слева юг, справа запад, а там спереди юг. И вот там эти окна, они здесь во всех церквях, все расположены, вот эти вот части, на южную сторону. И во многих их 7 штук. Именно 7. Сейчас я посмотрю, сколько их здесь именно в доме. В нашем соборе в Хальберштате внизу их 5 почему-то. Сверху их намного больше. Не помню. Что-то, по-моему, 13, что ли. Сейчас посмотрим, здесь пройдусь туда. Итак, информация, скорее всего, это для Александра. Здесь их на самом верху 9 штук. Сейчас я вот снимаю эту сторону. Здесь мы видим их 6. И сниму еще сейчас с другой стороны. И пройдусь здесь снизу и посмотрим, что здесь с окнами. Здесь немножко все по-другому. Но тем не менее, вот это окно, скорее всего, будет на ту сторону насквозь. Там вот в этих, сейчас я посмотрю, сколько их. Вот, к сожалению, вот туда, на второй этаж, я не могу попасть. Жаль. Ну и давайте посмотрим, что здесь было и как.
Пока только можно догадываться. Вижу какие-то на дверях кольца. Здесь сверху тоже кольцо. То вот здесь по три окна. И вот там на самом верху кольцо. Что-то там когда-то висело. Здесь кольца нету, скорее всего, вырвано. Окон тоже три. Так, сколько их всего получится? У нас одна, две. Вот это третья. Вот это четвертая. И это пятая. Вот на этом нижнем уровне у нас в Хольберштате в соборе 5 окон больших, а здесь вот таких вот 5 штук. И если предположить, что здесь что-то стояло когда-то, и солнце, двигаясь с востока на запад, возможно, тут какие-то были раньше эффекты. Какие? Потом вот эти вот маленькие ниши, они тоже во всех. Что в этих нишах стояло? Вот там она такой формы, а вот в другой она немножко другой формы, в третьей там тоже другой формы. В общем-то, по-моему, во всех разная форма. Сейчас проверю другие. Такая вроде была. А вот здесь уже просто арочная. Эта колонна, похоже, мраморная. Только не могу понять, она с натурального мрамора или искусственный мрамор. Как-то не очень понятно здесь. Если та статуя, она с натурального как раз мрамора. Интересно, как ее обрабатывали. Ну ладно, я к ней сейчас еще подойду. Посмотрим здесь окна самого верха. И можем посчитать самый верх. Как я сказал, 9 штук. Потом вот здесь вот ниже колонны стоят они, похоже, гранитные. И причем разного цвета. Так, сверху 9, и снизу парно идет, тоже получается. Так, здесь 6, тут 3, там 6, 15. Как их считать, не знаю. Вот эти колонны, чем и как обрабатывали в 13 веке. Сейчас я их приближу. Вот первый красный гранит, похоже, какой-то. Второй темно-серый, потом опять красноватый. И этот светло-серый. И там наверху были другие. Вот та совсем светло-серая справа. Слева слегка красноватая. Чем их обрабатывали, такую форму, наверное, зубилами медными. И здесь, в принципе, то же самое. Одна светло-серая, одна вот слегка красноватая. Ну вот эта колонна серого, светло-серый гранит. И она высотой примерно 4 метра. Вот посмотрите, как у нее верх обработанный. Не просто, да? Да, хоть вот это созвездника. Идеально круглая форма. Обработайте, попробуйте.
И вот так поставьте идеально ровно. Все идеально круглое и идеально ровно. Жаль, нету у меня с собой лазера, чтобы это все проверить, насколько это ровно. Но я думаю, это все очень ровно. По крайней мере, на глаз вообще докопаться не до чего. Ну а вот с этой стороны другого цвета, но она из двух частей. Здесь зачем-то копье подставили. Ну да, ладно. Возможно, она лопнула когда-то. Ну, по высоте тоже. И он, видите, как интересный камень. Как будто там внутри много камней. Сначала залили что-то вроде бетона, да, с крупным камнем. А потом все это обработали. Сейчас приближу, чтобы хорошо было видно. Вот на этом месте, в нашем соборе, ну, что-то похожее построечка, да, вот это вот ограждение. Если ее убрать, то здесь солнце, проходя, как оно тут играло, можно только догадываться. На сегодняшний день, сейчас я еще скобы покажу, вернее, кольца. Вот это здесь проникал везде свет в течение дня. Куда он попадал и как. Хотел я сюда попасть как раз в полдень, не получилось, но возможно здесь зимой в солнечный день будет эффект намного лучше, потому что верхние окна на сегодняшний день, они чем-то заклеенные, и в данный момент я ничего не вижу, хотя солнечно на улице. Ну и покажу сейчас, что здесь висело. Может, уже видел кто? Я вот раньше их не заметил. Вот они, эти кольца, и они на всех. На всех были. Вот там посередине сейчас нету кольца, но железячка торчит, кусочек. И что здесь было подвешено? То есть вот в тех, где по три окна закругленных, вот этих комнатках, тоже кольца. Здесь тоже везде кольца. Сверху на окнах я вижу, тоже вон одно кольцо сохранилось, и к нему даже какую-то палку привязали, вот для сетки. Все очень интересно.